Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Ну что ж, 20-й день у нас с тобой. Мы получаем тусклый янтарь, всего лишь тысячоночку. Окей. Образ Ищейка Шершень. Блин, прикольный образ. Ну, не для меня, как ты понимаешь. Так, что у нас тут Беззубик притащил? Ерунду какую-то, блин, я его отправлял за этим яйцом. Эх, печалька, конечно, да? Ну что, давай, наверное, откроем с тобой паки, посмотрим, что нам здесь выпадет. Загадочный, бесплатный. Ну давай, открывай уже. Монеты Одина, это понятно. И вот здесь вот начинка. Ужасное чудовище, Громель, экзотический шепот смерти. И пошли у нас с тобой ресурсы. Водореза я получил. Ну, его, друзья мои, я буду отпускать, потому что он у меня уже есть. Да, я хочу. Подожди-ка, он у нас... Слушай, необычный. Подожди секунду. А вот это у нас какой? Ага, это тоже необычный, да? Поэтому я, наверное, все-таки отпущу, ребят. Ну, зачем он нам здесь нужен? Будет занимать только место. Так, водорез, ты где? Вот он. Иди, как говорится, на вольные просторы. Все. Водорез улетел, но обещал вернуться. Но это еще не все. Давай посмотрим, наверное, второй пак. Монеты Одина, 6 штучек. Так, и ресурсы. Слушай, ну неплохо. Так, этот фонарик, понятно. Я не могу его открыть. Забираем с тобой тогда ресурсы. Так, древесина. Здесь у нас 11 тысяч рыбы. И прокачиваем с тобой водореза. Нам нужно, друзья мои, еще раз напомню, получить 30 уровень. Сколько? Вы серьезно? 105 тысяч рыбы? Для того, чтобы поднять... Понятно. В общей сложности нам нужно с тобой 210 тысяч, чтобы поднять 30 уровень. Нашему водорезу. Это, конечно, жестко. Очень жестко, друзья. У меня даже слов нету. Так, здесь сколько у нас рыбы? 7 тысяч. Иди ищи дальше. Так, здесь у нас пока все тихо, все спокойно. Ничего мы с тобой здесь не можем, да, найти. Давай его отправляем тоже за рыбой. Водореза за рыбой. Кто у нас еще очень много рыбы может приносить? Ну, в принципе, наш костолом. Ну, а остальных отправляем за древесиной. Вперед. Так, Громель тоже за древесиной лети. Шепот смерти пока постоит. Здесь у нас Скалотряс. Давай, наверное, тоже беги за древесиной. Ага, это только рыбу. Давай, пускай это тоже летит за древесиночкой. Все, тут у нас с тобой выполнено что-то. Откройте набор карт, это я сделал. Кстати, давай посмотрим, тут, по-моему, тоже нам дадут с тобой руны. Ага, нет, тут дали мне 16 тысяч древесины. А в прошлый раз я смотрел, мне давали руны. Ну и фиг с ним. Так, давай откроем тогда пак с тобой. Вот этот вот. И древоруб, ужасное чудовище, шепот смерти, громобой защитник, плюс вострозуб с громильной. Окей, давай сразу ставим следующий на открытие. И будем, ребята, будем сегодня обязательно драться. Так, что у нас тут по фонарикам? Найти фонарь. Вот он где, да? Бесплатный лежал. Ну, я вряд ли все найду, ребята. Осталось времени всего лишь сутки. Бесполезно искать. Просто бесполезно. Давай сразу же сделаем с тобой, наверное, нападение на Олух. Будем отбиваться. Так, берем Беззубика, берем водореза и ветрокрыла. Поехали. Сейчас быстренько тут разберемся. Потом я Беззубика отправлю в путешествие. Ой-ой-ой-ой. Давай начнем, наверное, с тобой, знаешь, где? Вот отсюда, с низинки. Пускай они летят сюда наверх. Я думаю, это будет оптимально для нас. Так, так и вот так. Посмотрим, как это все будет выглядеть у нас. Я вот эти вот кораблики мелкие пока попробую подбить, чтобы они тут нам не мешались. Так, вон тот тоже мелкий уничтожим.
И вот здесь еще маленький есть. Оу, а кто стреляет? Вот это, да? Беззубик, давай, родной мой. Уничтожь, уничтожь эту. Есть. Так, уничтожаем тогда с тобой эту лодку. Блин, один беззубик остался. Ну, ключ мы с тобой потеряем. Ключ мы с тобой потеряем. Может быть, даже и не один. Одно... Опа! Беззубик, сюда переключись. Давай, 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 вот эту. Да куда ты? Ты издеваешься сейчас надо мной? Лодку вот эту бомби. Не успеет. Неа. Беззубика, к сожалению, наверное, сейчас подобьют. Ну, я старался, я пытался, ребят. Все, подбили. Трындец. Да, беззубик, подвел ты меня, ё-моё. Я на тебя рассчитывал, а ты вот так вот взял и все испортил. Ладно. Будем с тобой идти, наверное, сейчас на арену, скорее всего. Хотя у нас есть, наверное, испытание. Сейчас посмотрим. Сейчас все будем с тобой по порядку. Как говорится, не прыгаем туда-сюда, чтобы чего-то да не забыть. Так, ну что, вот теперь иди на поиски. У нас есть с тобой... Вот этого я никак не могу найти. Ты прикинь, сколько уже отправлял на него. Как его там? Тайфумеранг. Он его никак не может найти. Он находит его, конечно же, но... Не основным. Мне приходится, типа, купить за руны. Я этого, как говорится, делать не собираюсь. Ну что же. Здесь вроде бы все. Давай посмотрим у нас по событиям, что... Открыть. Что там у нас за угроза? О, 100 рун. Конечно, хотелось бы получить, но... Смогу ли? А, руны? Подожди, а почему я... Странно. Не знаю, ребят, что произошло, но я забрал руны. Просто так. Продвинулся и забрал. Видимо, я в прошлый раз, когда играл, я забыл забрать награду. Так, тут сколько? Две волны у нас? Две. Ну, начнем, наверное, с водореза. Ага, сразу громельку начинает, да, атаковать? Точнее, сардельку. На... Оу, уклонение. Вы что, серьезно, что ли? Ну-ка. Пробафаемся с тобой хорошенечко и будем уже бомбашить по ним усиленными атаками. Правда, вот тут защита у нас с тобой пониженная. На тебе. Добьешь? Добьешь. Так, сарделька неплохо тут орудует. Этого можно, в принципе, запечатать. Угу. Все. Сдулся парнишка. Давай броню понизим. И добьем. Вот и все дела. Последняя волна, ребята. Так, ну естественно лучше начинать вот с этого. Блокируем его, чтобы он не применял. Опа, а вот это была промашка. Немота не прокатила на него. Ну-ка, сарделечка. Неплохо. Так, а сейчас мы можем его заблокировать? Ну вот, уже получше. Так, что ты там будешь делать? Массовая атака огнем, понял? Начинаем его разбирать. Сарделька опять промахивается у нас. И начинаем вешать на него немоту. Пол хп, считай, отняли. О, сардельку подбили. Грустно, конечно, грустно, но... Так бывает. Есть. Ну, я считаю, было довольно-таки легко. Угу. Крутим рулетку. Естественно, только ресурсы мы здесь с тобой будем получать. Как мне уже написали мои подписчики, Рэй, типа, ты будешь ресурс получать только лишь вот на подписке ты будешь получать драконов. Очень, конечно, утешительно это. Может быть, я здесь все-таки смогу забрать хотя бы вот этот пак. Будьте так добры. Сделайте мне такую милость. Я хочу открыть пак. Забрать, а потом открыть. Ага, древоруб.
Две волны. И пристеголовые, да? Естественно, начинаем с древоруба. Я не хочу, чтобы он тут разошелся. Блин, мощная зараза, а? Ну ты-то вот что лезешь? Блокируем, наверное, да? Уже становится немножко полегче жить, когда знаешь, что древоруб не может применить свою массовую атаку. А пристеголов, ну, у него тоже, конечно, есть массовая атака. Дыхание огня. Ну, мне кажется, почему-то у древоруба это сильнее. Так, ну-ка. Заблочили. И остается лишь... Да ну, ну, сарделька, ну... Что ж ты постоянно меня подводишь? Он чаще всех промахивается. Сарделька, вот что я заметил. Так, последняя волна. С этого начнем, наверное, да? Наверное, начнем именно с него. Потому что он массово бафает на атаку, на защиту. Я не хочу, чтобы это происходило. Давай его как-то побеждать. О, мы сейчас с тобой пробафаемся здесь хорошенько. И думаю, разберем уже на следующем ходу. Так, стреляй. Я вот не видел, по-моему, массовой атаки от этого дракона. Что он, интересно, делает? Да, честно говоря, не особо хотелось бы это видеть. Давай его, наверное, в немоту. Замечательно. И остается только лишь добить хвостом. На. Но вот здесь действительно был легкий бой. Тут не поспоришь. Ну что, я так понимаю, мы с тобой крутим здесь рулетку. 32 тысячи рыбы. И дайте мне, пожалуйста, мой заслуженный, так скажем, пак. Давай, 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 не жмись. И, кстати, здесь уже будет усиленный, да? Ну, типа босса, можно так сказать. Блин, где мы с тобой, наверное, не пройдем. Ты посмотри, какие тут классные эти, а. Блин, а в конце яйцо какое-то. Когда же я это все буду проходить? Полностью. Когда? Когда у меня будут драконы 50 уровня, тогда ты сможешь проходить. Может быть, и 100. Помнишь, как в черепашках? Че, он один? Да ладно. Один. Ну-ка. Давай его немножко прощупаем. Насколько он силен. Да я бы не сказал, что он силен. Обычный. Обычный, ребята, дракончик. Ничего в нем выдающегося нету. Сейчас мы его распетрушим, он вдвоем. Ветрокрыл, да, и сарделька его просто распишут на изи. Вот так вот. Последняя волна. Ага, костолом, пристеголов и ужасное чудовище. Я начну с чудовища, скорее всего. Вот так вот. Так, пристеголов что-то там. Да ладно, успокойся. Блин, ну что ты лезешь? Давай его, наверное, добивать. Так, сарделька, не подведи. Красава. Ой, сейчас что-то будет. Сейчас что-то... Что он делает? Так, а он, значит, станет. И снижает броню. Я буду знать. Что от него ждать? Подожди, не понял. Блин, не то сделал. Так, ладно, начнем с пристеголова тогда. Что ты тут хвостом бомбит? Фу, а у него обычная атака-то слабая. А вот... Чего? А, все нормуль, нормуль. Показалось, ребят. Я думал, что он мне сардельку уничтожил. Но это всего лишь показалось. На тебе. Добьем его. Так, ну что? Костолом остается у нас один. Слушай, ну у него атаки вообще ни о чем. Вот обычные простые атаки очень мало отнимают здоровье. Да, я понимаю, что мы в броне с тобой стоим, но даже когда у меня водолез был без брони, он по нему ударил. Это вообще ни о чем было. Но зато он крепкий. Тут не поспоришь. Давай его блокировать, потому что я не хочу, чтобы он применял, ребят, какой-то супер удар. Видишь, у него там энергия копится. Но он крепкий, тут, серьезно говорю, тут не поспоришь. Фиг его пробить, мы его втроем атакуем и ничего такого... Не можем ему сделать существенного. Ну, а тут, конечно же, вот просто добивочный. Замечательно. Ну что же, мы с тобой продвигаемся тогда далее. Так, крутим. Крутите колесо. Сектор приз, 32 тысячи рыбы, верно?
Конечно, конечно же. Что тебе еще может выпасть? Дополнительная попытка? Нет у меня никакой дополнительной попытки. Даже и не думайте об этом. Так, тут будет 400 листьев. Ну, за листочки тоже стоит побороться, потому что за них можно приобрести какого-нибудь дракона эксклюзивного. Или редкого. Надо, кстати, посмотреть, сколько у меня листьев. Так, древоруб. И кто там у нас? Душитель, что ли? Я не могу понять. По-моему, душитель там стоит. Мелкий хмыреныш. Так, начинаем, конечно же, с древоруба. Эть. Укусил, да? Из-под тяжка просто пришел и укусил. Давай древоруба. Тут не обсуждается. Естественно, надо именно его бомбить. Тем более, чтобы он не накопил здесь. Блочить его. Давай заблокируем. Давай заблокируем, на всякий случай перестрахуемся. Пускай он будет делать простые обычные атаки. Ну что, что-то задергался там, задергался. Замельтешил, не знает, кого там выбрать. Еще раз блокируем. Ну, в принципе, и крышка ему здесь. Сейчас сарделька его добьет. А, нет. Воу, воу, я про него-то забыл совсем. Что он там? Это что такое? Это гипноз. Да, мои драконы ходят сами по себе. Ну, давай, сарделька. Молодец, добили. Красавчики. Ну что, душитель? Да выпендривался, блин, у него опять энергия сейчас. И он опять это же применяет, да? Блин, ну сейчас вся атака, конечно же, пойдет на него. Раз. Так, сарделька, давай. Покажи ему, где раки зимой. А, вот ты как сделал. Еще даже лучше, если честно. Еще даже лучше. Мы пробафались. Естественно, уничтожаем с тобой душителя. Так, последняя волна. Он один, а, нет, тут опять душитель. Отвали ты. Кого лучше тут бомбануть-то? Давай, наверное, так сделаем. Начнем с душителя. Тут ему недолго, в принципе, жить. Опа, и сарделька, в принципе, должна добить. Остается костолом один. Да ладно. Слушай, какие же у него ватные атаки. Самые обычные, а вот обычные удары, они очень ватные. Я уже убеждаюсь. Не в первый бой, я думал, может быть, там как-то ему везло. Точнее, наоборот, не везло, он там промахивался. Нет. Массовая атака, да, не спорь, у него мощная. Но, ну что это такое-то, детский сад какой-то, на тебе. Блокируем тебя в очередной раз, чтобы ты тут не выпендривался. И уже, скорее всего, будем его добивать. Сарделька, твой выход. Ай, молодца, уничтожили. Так, а мы с тобой что, получим 400 листиков же? Да, мы с тобой сейчас получим 400 листиков еще. Так, давай мне. Опа, надо же. Ты посмотри, в первый раз за всю игру мне выпала энергия. И листочки мне, пожалуйста, отдайте. Не надо жадничать. 41% прогресса у нас. Почти половину мы с тобой выполнили. Блин, интересно, доберемся мы с тобой вот до этого пака или нет, а? Не доберемся, потому что у нас энергии не хватит это дойти до туда. Блин, ну почему так всегда, а? Надо будет посмотреть, сколько ивент по времени действует. Может быть, вечером успею все-таки добить. Так, начну, наверное, вот с этого хламона. С громобоя. Мы все знаем, что такое громобой, и с чем его едят, и что он может вообще тут сделать. Так что, конечно же, в первую очередь именно его. Блин, такой тугой. Так тяжело пробивается, а. Этот сейчас еще... Он ждет, он, ребята, хочет накопить энергию, да? И просто уничтожить. Просто кого-то уничтожить своим разбегом. Вот что я тебе хочу сказать. А я, знаешь, что сделаю? Я вот так вот сделаю. А не зря ли я так сделал-то, а? Радуюсь тут. А сейчас громобой нас в немоту всех отправит. Вот что я тебе хочу сказать. Нет, пока не всех. Окей. Тут. Ать, добили. А вот этот сейчас на кого-то побежит. Кому-то сейчас, ребята, будет плохо. Ветрокрылу. Но я тебе скажу, еще терпимо. Так, понижаем ему броню.
Он сейчас, опять же, хвостом. Мы его вот так. Ага, и хиляемся. Последняя волна. Так, тут у нас костолом, а это кто? Злобный змеевик? Ого. Вот это он дает тут коксу. Да блин, хорош ветрокрыло мне бомбить, а? Е! Прикинь, сарделька как его ушатала. А теперь, конечно же, блокируем. Главное попадать, не промахиваться. И будем сейчас... Ах ты, паршивец! Ты прикинь, ветрокрыло взял мне и уничтожил. Вот так вот. А я говорил, что у него какие-то слабые... Блин, вот. Вот про это я тебе говорил. А, так у него усиленная атака идет. Вот почему он стал так бомбить. Ну-ка. Все, друзья мои, мы расписали этого костолома. Ну, и что нам полагается за это? Древесина, я понял. Я уже видел, куда они намекают. Так, здесь прошли. Да, ребята, нам с вами не хватает, к сожалению, энергии. Через 3,5 часа накопится всего лишь одна, и я попробую побороться за этот пак. Потому что пак, по ходу дела, действительно классный. Так, ну что, у нас с тобой здесь есть один пак. Давай мы его с тобой откроем. Так, душитель, кревет, шипорез. Ну и, конечно же, ресурсы. Угу. Так, здесь мы забираем с тобой награду. За рыбу, да? Тут у нас за древесину обучить дракона. Кстати, сколько у нас с тобой? Я ведь могу прокачать водорезу, да? Левел. Ну, не левел, а ты понял. Еще одну. Опа. Блин, совсем-совсем чуть-чуть. Мы, ребята, уже около того, чтобы получить 30 уровень. Соответственно, как только получаем 30 уровень, мы с тобой сможем вот здесь вот улучшить. Я, правда, не знаю, сколько это все будет по бревнам стоить. Но у нас будет с тобой доступна изба викингов и терем викингов. Так что ждем рыбу. Ну, а теперь я предлагаю, наверное, сходить все-таки на арену и немножко там повоевать. Что у нас тут с тобой? Древесина, 20... А, так у нас еще и бревна с тобой по фулочке. Так что остается только действительно рыбу нам добывать. Так, где у нас с тобой... Так, акции, события. Погнали, короче. Здесь маленечко подеремся. Слушай, может быть... Ладно, уже поздно. Уже поздно менять водорезы. Что есть, как говорится, то есть. Будем драться. Тем более мы неплохо уже, как говорится, наблатыкали здесь. Громобой опять. Да чтоб тебя. Все почему-то любят брать громобоя в команду. Все абсолютно. Вот сколько я уже не дрался, ребят. Во всех командах этот громобой. Бесявый просто. Давай начнем, наверное, вот так вот все-таки. Я не хочу, чтобы он бафал тут всех. Будем его уничтожать, а потом уже разбираться со всеми остальными. Я думаю, так будет справедливее. Но этот кусок... А, видишь, что он творит? Он еще усиливает себе сразу же атаку. То есть он выстрел делает, да? И сразу же усиливается. Блин, что они все на сардельку еще, ребята, атаку понизили? Я предлагаю, наверное, сделать... Давай добьем, короче. Мы добьем этого. И теперь будем вот этого кусать. Сейчас будет... Нет, не сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сарделечка-то ты моя. Тебя сейчас, блин, уничтожат. Это будет плохо. Этот сейчас еще... О! Что и требовалось доказать. Понял, да? Он взял, просто массовую атаку применил. Этот сейчас подусиленный. Ну да. Да хорош, может быть, ходить-то через каждые 3 секунды. Ходит, блин, достал уже. Совсем оборзели они, блин. Со своей инициативой. Как так можно, блин, ходить через... Ой, сейчас опять он свою массовую атаку влепит. Да, друзья мои, тут... Как он меня бесит. Бесит мне этот шипорис или как он там. Все, я ничего не получаю. Абсолютно ничего. Я получаю минус 5 кубков. Так, двух драконов победили. Ладно, поехали опять. Ой, подожди, отмену. Я хотел поменять. Я хотел поменять. Громобой, я неужели тебя не могу улучшить? 24 уровень нужен для того, чтобы его улучшить. Понимаешь? То есть я его должен прокачивать. А где у меня водорез?
Так, водорез здесь. Нужно больше жетонов. Мне не хватает жетонов, чтобы его прокачать на 9-ю ступень. Разряд. То есть, по большому счету, мне и менять-то не на кого. Злобный змеевик мне не понравился. Вострозуба, если только брать. Вострозуба. Душитель имеет 6-й разряд. Я могу его улучшить? По-моему, могу. Ага. Как же? Могу. Не могу. Блин. Придется драться тем, что есть. Но у меня ветрокрыл же был, да, вместо водореза раньше. Может быть, его обратно вернуть? Потому что скалотряс, но это не вариант. Ага. Начинаем с этого. Пристиголов меня не интересует, на самом деле. Так, подожди, мы не будем сейчас здесь с тобой тратиться. Давай вот так вот. Нам тратиться сейчас ни к чему. На всякие ерундовины. Что ты там собрался делать? Да, красненький, конечно, сдает позиции у нас. Ну, удар хвостом. Вот сейчас бы как, а? Ветрокрыл бы хорошо бы нам здесь помог с тобой. Так, блокировать нет смысла. Опа. Вот, атакую сардельку. Отравил. Отравление висит, ребят. Ну-ка, добить сможем? Блин. Пониженная защита, я даже добить его не могу, ты понимаешь? Просто не могу его добить. Давай, сарделька, вся надежда на тебя. Под усиленной атакой, я надеюсь, ты здесь дашь им огоньку. Массовая атака, да, будет сейчас? Будет сейчас? Нет, смотри-ка, пока ничего не делает. И это меня немножко даже удивляет. Обычно, когда у них полностью шкала ярости накапливается, они начинают тут... Промахнулись! Ты серьезно? Водорез, ты вот сейчас серьезно это сделал? Ты промахнулся? Молодец. А вот и та самая атака, про которую я тебе говорил. Обалдеть. Фиг ли тут уже печатать? Тут уже надо просто бомбить. Так, пристиголов добил. Короче, вот так вот мы с тобой делаем. Давай, сарделька, выживай. Пускай он сам себя там атакует. Отравление на себя повесил. Молодец, красавчик, то, что нужно. Давай еще разок бомбани. Ать. Так, что? Опять ходит? О, молодец, просто красавелла. Ну, сарделька моя, как всегда, ребята. А что? А, отравление там же было, да, на нем? Поэтому он и погиб. Сарделька в соло затащила. Слушай, а что это за пак такой мы с тобой получили? Ты посмотри. Это у нас обычный синий редкий, а это какой-то эпический. Жетонов в этом наборе 46. Прикинь. В этом 6. В обычном, в редком я уже не помню сколько там. А в эпическом 46. Воу. Слушай, ну это круто. Так, ну что, нам еще 5 драконов нужно победить для того, чтобы хотя бы первый пак открыть вождя. Слушай, ну эпический, это мне нравится. Эпический пак. Таких бы почаще выпадало бы. И возможно быстрее бы мы с тобой прокачали всех наших драконов. Они меня просто принуждают, друзья мои, подписаться на этот, на премиум пак. Понимаешь? Чтобы ты подписался и получал все плюшки. Тогда бы у нас, ну конечно, прокачка пошла бы в раз 10 быстрее. Но ведь не все же это одобряют. Все, вот, донатер, нечестно. Поэтому играем по чесноку. Чтоб тебя, а, ты запарил уже. На-ка, получи. Все, сразу скис. Так, теперь, наверное, змеевика будем бомбить, потому что у него усиленная атака. Нам нужно его как можно быстрее уничтожить. Так, громель, что ты? Или это сарделька у нас? Это сарделька собственной персоны. Попробуем запечатать. Получилось. Хвостом. Окей, я думаю, еще пару ударов, и змеевик у нас отдуплится. Добить добьем. Ну что, сарделечка,
Вот и настала твоя пора. Мы сделаем... Нет, зачем нам отражение? Сделаем вот так вот. Вот. Теперь нет. Будем просто уничтожать его. Потихоньку, не спеша, но будем. У него слепота висит, так что он ничего здесь делать не сможет. Так. Опять на него эту ерунду вешаем. Можно, в принципе... Нет. Не надо. Если мы поставим свою броню, то нам не хватит потом энергии для того, чтобы еще раз активировать слепоту. Так, ну и что? Нет, не добьем. Так, слепота до сих пор на нем висит, так что не волнуемся. И давай вот так вот сделаем, на всякий случай. В принципе, все. Ребят, последний удар, и мы его победили. То есть, трех драконов бомбанули, было у нас 5. Итого 8 драконов получается. Ну что, еще двух последних дракончиков мы с собой находим. Ну как последних, я имею в виду для того, чтобы открыть пак вождя. Ну давай ты уже быстрее открывайся, ё-моё. Смотрим. Твою ж налево, опять этот хлыщ здесь, а? Я думаю, что начнем с него. Хватит уже, натерпелся я от него этих фокусов. Опа. Нормально ты так, змеевичок, бомбанул по мне. Ну, эту гадюку мы с тобой уничтожим. Я тебе гарантирую. Не будет, как говорится, он тут прохлаждаться. Бегать по этой, как говорится, по этому островку. Упс, смотри-ка, крепко взялись за моего красного, да? Все-таки хотят его уничтожить. Ладно. Этого мы блокируем. Кусаем. Слабо куснули, конечно. Сейчас добьет, скорее всего. Даже почему-то не удивлен. Ни на копейку. Так, я прокачал свою сардельку. Сейчас будем... Свою сардельку звучит так. Сейчас будем уничтожать. Ну что ты там? Ну, хлыщ. Слабак. Блокируем. Понятное дело, тут у него уже подкапливается энергия, чтобы он не применил своих массовых атак. Видишь, у нас у сардельки была повышенная атака. Этот стрельнул, соответственно, ее понизил. А понизил ее, и получилось, что у нас как бы ничью. Я остался без повышенной атаки, но и в то же время пониженную не получил. Окей, двигаемся с тобой дальше. Что там у нас? Рыбу или бревна? О, рыбка. Ну, вот и вождь. Как говорится, пак вождя. Ага, громель. Древоруб, кревет и водорез. Водорезу совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. 6 карточек и прапается. И беззубик. Слушай, ну неплохо. Ну что, погнали тогда еще разок с тобой. Получим пак вождя. Это единственный вариант, ребята, где мы с вами можем зарабатывать карточки драконов для нашей прокачки. Ну, еще, конечно, делать испытания. Ага, что я вижу? Я вижу вот этого вот. Вот с него, пожалуй, начнем. А это у нас Граймель-защитник, насколько я помню. Ох, ё-моё, начались уклоняшки. То есть, ты серьезно? Завязывай. У него, насколько я помню, массовая атака выпускает огненный шар. Да. Это я уж точно не забуду. Он выпускает массовый шар. То есть, в наших интересах с тобой... Блин, а что в наших интересах? Либо его прижучить, либо сейчас... А, что я переживаю-то? Давай вот так сделаем. Да ну! Ты смотри, что творят, а? Вот это да, вот это вот, ребята, фокусы у них. Как нам лучше сделать-то? Ладно, пускай так вот будет. Пускай атакует своих. Угу. Давай, бомби, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Ой-ой-ой-ой. Надо от этого избавляться. Теперь этого берем в оборот с тобой. Кусаем. Добьешь ведь? Должен добить. Добивай своего дружка, короче. Спасибо тебе большое. Ну и теперь дело за нами.
Теперь дело за нами. Он тоже, кстати, с усиленной атакой. О, сейчас фаербол полетит. Нет. Фаербол не полетел. Тогда мы с тобой вот так будем защищаться. Угу. Получи и распишись, парень. Давай еще что-нибудь такое эксклюзивное. Вот, спасибо тебе большое. Сам себя, короче, ребят. Хе-хе-хе. Ну вот на это и было рассчитано. Так, 30 кубков мы с тобой берем. Ну тут бревна. Ну что, трех драконов победили. Нужно еще семерых как-то выжить. Ну, здесь я не скажу, что сильно нам противник достался. Там 30 голов, правда, 10 разряда. И вот этот вот громобой. Я уже не знаю, может быть, громобой вообще в последнюю очередь уничтожать, а? Давай попробуем. Твою ж... Ты опять что-то... Вот, ты заметил, да? Водорез второй раз за игру промахивается. Блин, а этот будет сардельку бомбить. Ясен перец. Сарделька опять начинает промахиваться. В общем, все, как говорится. И вот если вот так вот начинается, смотри, у него уже энергии достаточно. Сейчас 100% будет вот этот громобой бомбить. Ну, мы его, естественно, запечатали. Тогда пристиг... О, пристиголов просто шмальнул. Слушай, может быть, сардель... Понятно, все, поздняк, поздняк. Сардельки крышка, ребят. Да тут всем крышка. Ты посмотри, сколько они мне оставили здоровья. Молодцы. Хорошо разобрались, тут не поспоришь. Ну, водорез один не справится, тем более на замедлении. Не. Еще и атаку понизили, все, короче. Забомбят сейчас меня со всех сторон здесь. Да. Тут ничего уже не поможет. Жаль. Очень жаль. По-дурацки почему-то у нас получилось. Ну, они, видишь, они все на сардельку напали. Они очень быстро выжили из колеи. Но, тем не менее, нам нужно еще 6 драконов победить. Опа! А, того дракона мы видели. Это, по-моему, отравляющий. Ну, ядовитый, короче. Да, это именно он. Ну, я не знаю, что мы будем с тобой делать. Может, пристиголово бомбануть или это? Нет, этого будем, наверное, уничтожать с тобой. Хотя нам лучше вот так вот делать. Каждый для своего, ребят, предназначен. Кто-то атакует сильнее одного, кто-то другого. Давай тогда мы так сделаем, наверное. Что у нас тут? Пристиголов. Блин, вода... Нет, водореза все-таки менять надо. Я, наверное, обратно все-таки поменяю его на ветрокрыло. Пускай у ветрокрыла немножко слабее атака. Немножко... Ух ты. Но он и жирный сам по себе. Его вот так вот быстро... Не разберешь. А тут вообще водореза разбирают на раз-два. Смотри, что творят, а. Ну что, сарделька, вся надежда на тебе. Естественно, с твоим. Все сейчас распишут. Вот так вот. С отражением, конечно же. Пускай атакуют сардельку и сами же себя будут уничтожать здесь. Вот это единственный большой, ребята, плюс для нашей сардельки. Так. Ну, я не смогу сделать еще раз. Ага. Не добили, да, все-таки? Видишь, он прекрасно понимает это. Вот сейчас, сейчас поджарит. Фу, слава богу, на нас огонь не очень сильно влияет. Так что пускай он... Ага, 200. На 200 он себе подбил. И я так понимаю, он сейчас сам себя и добьет. Давай, пристиголов, бомби. Спасибо тебе большое. Да, сарделечка, конечно, когда остается одна, просто делает нечто такое. Смотри, у нас уже с тобой 6410 кубков. Остается еще 1500 где-то, да? Троих. Вот если мы сейчас с тобой побеждаем всех полностью, да? Троих драконов, мы получаем пак вождя. Вопрос в том, успеем ли мы, сможем ли. Противник, как всегда, там разрядов надавали. Два пристиголова. Причем они какие-то разные. Ну и что? Ну что ты думаешь там? Конечно же, начинает атаковать красного. Ну, я, наверное, вот с этого начну.
Двойные свои атаки, понятно. Начинают бомбить сардельку потихоньку. Слушай, а если я... Секунду. Вот так вот сделаю. Твою же... Ты вот издеваешься, что ли? Я не могу понять. Водорец, вот ты издеваешься надо мной, что ли? Вот в этой игре сегодня ты вообще какой-то нубло, просто нубло. Ты промахиваешься постоянно. Что за фигня с тобой происходит? Я не могу понять. Нет, точно, он, ребята, он подлежит замене. Надоело мне смотреть вот на это вот дичь, так сказать. Просто дичь. Как он промахивается в последний раз. Тратишь на него супер удар, и он просто берет и промахивается. Вот сейчас я не удивлюсь, если он промахнется опять. Надо же, попал. Но сейчас тут нам будет крышка, по-моему, нет? Водорез, интересно, один сможет здесь справиться? Потому что ты понимаешь, что сейчас будет. Это сейчас применит свою суператаку. Или не применит. Так, ну-ка, посмотрим. Не стал применять. Все, это крах. Для него, ребята, это полный крах. Так, мы бомбим. О, все, все. Поплыл, поплыл парень прямо у нас на глазах. Естественно, будет промахиваться. А мы с тобой его будем тут уничтожать уже потихоньку. Нам крупно повезло с вами здесь. Пак вождя нас ожидает. Так, ладно, все, победа. 3 с кубков. И что нам там дадут, рыбку или бревна? Рыбу. Ну, вот он, родной наш. Давай, открывайся. Так, пристиголов. Душитель. Шепот смерти. Кнут и пруд. И на этом все, ребята, да, получается. Забираем тут наградочку. 10 рун. Прекрасно. Эх, когда же я, ребята, открою хотя бы одного, а? Хотя бы одного. Тут дофига, конечно, чего нужно для того, чтобы его открыть. А вот эти вот 3 четки нужны. Блин, вот эти вот топоры. Ой, даже, ребята, смотреть не хочу. Очень много чего нужно. Это все нужно копить, где-то искать. Так, древесину я забрать не могу. Так, по наездникам. Конечно же, нужно, ребята, сделать задание. Совсем забыл про это дело. Так, продолжить. И погоню мы с тобой сделаем. Бесплатно, все будет бесплатно. А если ты отправляешь бесплатно, соответственно, у тебя самый худший реверт будет. Так, берем с тобой слизь. Здесь. А здесь заканчивается у нас, да? Ну, дай мне вот этот вот орех. Он мне выдаст сейчас янтарь, поверь мне. Ведь чуть-чуть не хватило. Этот орех мне нужен был для задания, ребят. Для, как раз для открытия легендарного дракона. Так, ну что, вот, прохлаждайтесь. Давайте летите. Кстати, нам осталось-то совсем чуть-чуть с тобой. Так, вернуть и заново его отправить. Так, а ты что, прохлаждаешься? Я думаю, вечером, наверное, все-таки стоит запилить серийку одну. Потому что мы с тобой... Получим 30 уровня водореза нашего, да? Соответственно, сможем... Ну, прокачать здание сразу не сможем, потому что там время нужно, да? То есть мы сможем его только поставить на постройку. Но там легендарный пак еще... Легендарный, о чем я говорю? Там вот еще светит пак у нас. Сколько? Это событие 2 дня. То есть у нас с тобой есть возможность от... вот до этого пака добраться. И открыть и посмотреть, что там у нас будет. Ну, а на данный момент, я так понимаю, у нас с тобой все. Больше мы здесь пока сделать ничего не сможем. Получить ключей. 20 штук. Какие ключи, я не могу понять. Купить предметы. Кстати, давай-ка зайдем. Посмотрим, что у этого Йохана продается. Обмен. Спасибо тебе большое. Классический. Нет, конечно, если бы у меня были бы все драконы открыты, которые требуют рун, я бы, возможно, даже приобрел бы. А, вот что мы, кстати, с тобой хотели посмотреть. Так, обменять, обменять, обменять. Нет, не надо. Я хотел посмотреть про листики.
А хватит ли нам на что-нибудь? У меня 2620 листиков. Фига себе, уникальный фантом. Ху-ху. И я ничего не могу, да? Нет, я могу взять мрачный дождевик. А это только для драконьих наездников. Румпусы там всякие. Путешественник Ворчун. Это образ. Ну да, могу вот взять только лишь мрачный дождевик. А кто он вообще такой, этот дождевик? Во время свирепых бурь эта огромная верховая тень прикрывает собой олух, точно гигантский зонтик, и местные жители занимаются своими делами, не боясь, что их унесет от архипелага. Так, гулкий рев этого дракона дезориентирует его жертв, а мелкомраки, прячущиеся под его огромными крыльями, обстреливают врагов залпами взрывающейся лавы. Что себе. Это у нас класс дракона Кочегар. То есть это огненный. Хм. Ребят, напишите в комментах, стоящий ли вот этот вот мрачный дождевик, или все-таки покопить на кого-нибудь другого. Например, Плеснекрыл. Но нам долго придется копить для него. Плеснекрыл. Такое звучание, да? Песня смерти. Но фантом меня, конечно, вообще радует. А этот брызговик премиум, прям, прикинь, премиальный. Наверное, очень редкий, ребята. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!